И сегодня же с 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Узбекистаном Касым-Жомарта Токаева поздравил в телеграмме Шавкат Мирзиёев. Он подчеркнул, что узы дружбы между народами значительно укрепились. Связи динамично развиваются на принципах доверия, высокого уважения, взаимной поддержки и добрососедства. Открытый конструктивный диалог на высшем уровне служит прочной основой для усиления взаимовыгодного сотрудничества. Шавкат Мирзиёев также отметил, что Дни культуры Узбекистана, которые проходят в эти дни в нашей стране, еще больше укрепят дружеские отношения между братскими народами.